Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Потеряли нас? Пишите мне в личку, почему не выходит видео. Все выходные, вот этот локдаун, мы просидели с Антоном дома, никуда не выходили, не ходили. Прививку я так себе и не сделала, но появилась надежда, хорошие новости. Возможно, я скоро пойду на прививку. Но пока еще рано радоваться, поэтому, чтобы не сглазить ничего, пока не буду говорить вам. Вот. Были дома, ничего не делала. Такое все. Домашние дела, хлопоты, как и у всех. Спасибо огромное подписчикам, которые пишут, что готовы оказать нам помощь. Спасибо большое. Читаешь комментарии, очень даже приятно. Также покажу, я покажу нам, какие нам продукты питания с Антоном привезли. Ну, вот такими консервами нас угостили. Это паштет печеночный, там сельдь. Сельдь это он у нас еще с того раза была. Я котов ходила на дачу, кормила. Здесь изюм такой, 2 пакета. Вот такой вот он. Я попробовала, он хороший, вкусный. На выпечку можно, можно компот варить. Вот таких 2 пакета нас угостили. Кеша идет. Будешь? Так, вот здесь вот рис. Такой вот, это я уже насыпала себе там рис. Здесь тоже все рис, гречка. Это у меня Варькины запасы немножко. Так, здесь пшеничная крупа. Там гречка, перловка. А здесь еще горох, там горох. Также нас угостили мукой бесплатно, много муки привезли нам, поэтому я вот спеку хлеб в хлебопечке в своей, такой вот домашний получается, вот такой. Очень вкусный. Как Антон говорит, мам, можно даже корочку съесть, потому что в покупном она невкусная, а здесь, говорит, а здесь ему понравилось. Вы не представляете, какой аромат по квартире, когда печется хлеб, когда он уже почти готов. Это просто не передать словами. И здесь у нас запасы. Здесь морковь, перец, масло, зелень, там перец, ягоды различные. Здесь вот у меня 2-я горбуша. А здесь, кстати, еще нас мясом угостили тоже. Вот это индейка. Вот такие ножки индейки. Мы уже пробовали с Антоном. Я варила суп и жарила ему отбивные. Ему, Антону, понравилось. Масло вот такой кусок большой тоже нас угостили. Поэтому мы с запасами. Как хомяки запаслись. А Кеша на своем дереве сидит. А также масло еще. Вот такая большая угостили нас. И вот такая слобода. Это у меня еще маклюра лежит, кстати. Нужно будет из нее настойку сделать. Из Крыма я ее привозила. Она ядовитая, поэтому я ее руками брать не буду. Это Варькин корм. Вчера я рыбу покупала, горбушу. Здесь у нас в поселке покупала. Хорошо, что 2 взяла. Одну стала чистить, одну посолить нам с Антошкой. Разрезала ее, а она с икрой. И поэтому вышла у нас и рыбка, и икра. Очень приятная такая находка. Я люблю рыбу. Уже многие знают, что наши подписчики, что я рыбу люблю. И она ведь очень полезна. Просолилась рыбка. Вот такая вот она вкусная, аппетитная горбуша. Я ее сразу на филе разделываю без косточек, чтобы на бутерброд. А здесь икра. Утром кушала и на работу брала себе блинчики с икрой делала. Вот такая вкуснота. А здесь у меня тоже запасы такие небольшие. Здесь щавель я закрывала, рис, консервация, там варенье. Антон был маленький, делали в садик вот такую поделку своими руками. Группа «Теремок» у него была. Здесь горох, горох, рис. Здесь тоже рис. Два дня у меня были дни красоты. Я себе красоту наводила еще в эти дни. Сделала снова я себе ногти, такие вот обычные красные. Сделала. И снова делала депиляцию воском себе на ногах, там внизу на ногах. Я уже показывала, там есть видео у меня на канале. Вот.
Нужно себе будет мне воскоплав купить, куда этот картридж заправлять, потому что с этой кастрюлькой все равно не совсем удобно. Там, я думаю, было бы удобнее сразу. Пробовала я себе, разогревала воск. Еще вот такие шарики у меня были, хотела здесь руки сделать. Но одной мне неудобно. Нужно, чтобы кто-то мне нанес, и там нужно держать кожу, чтобы отрывать потом. Самой мне неудобно. Может быть, еще раз попробовать, как? Но у меня не получилось. Растапливаю я свои восковые шарики. Посмотрите, вот. То, что вчера сделала ножки, сейчас буду делать другую зону. Сначала я стала разогревать эти шарики свои в микроволновке. Как затрещит, все как захлопает, засветится. Потом я придумала вот такой способ. Взяла свой тальк и сейчас буду приступать. Вот это средство для ног, для пяток я еще так и не испробовала. Нужно будет как-нибудь попробовать. Мне пасту эту тоже для депиляции еще я не использовала. Стоит и ждет. Нужно будет еще когда-нибудь сделать себе день красоты и все это испробовать. Спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца. Всем всего доброго!